Сколько большой получил? Бросай деньги. Бросай, сколько ты за Наташу получил. О, сколько много долларов дали за Наташку ему. Это да? На счастье. Собирай, за счастье. Да. Вот, все. Видите, сколько у нас долларов за Наташу много получили мы? Молодец. Все. Пожелайте все сестре своей. Скажи пару слов. Ну, два слова скажи еще. Скажи. Скажи, я на свадьбе сестре желаю. Хочу, чтобы моя сестра была очень умна и хороша. И красива. Кто так учит говорить? Сам он у нас такой. А ты что, ну, скажешь? Скажу, тоже желаю всего хорошего. Желаю всего хорошего. Наташа, как она жила хорошо, и дети сюда, Павел, были быстрее. Хорошие. Павел! Ну, молодцы дети. Ну, и что вы скажете про гулянку? Вы знаете, что я очень довольная. Mm-hmm. Церемония наша вся прошла очень хорошо, прекрасно. Гости все хорошие, дети хорошие. А вы хорошие, да. Да. Все довольны. Дай Бог счастья нашим детям и нам вместе. Будем чем жить. Можем, будем помогать. Все, спасибо. Все. Наша церемония подходит к концу. Короче говоря, поздравляем всех за гостеприимство. Желаем всего самого хорошего. Также большое спасибо Сашку, Наташе за приглашение. Все было вкусно, приятно. А также большое спасибо родителям, те, которые потрудились в большом усердии для гостей, для всех окружающих. Спасибо за внимание. Спасибо. Заканчивается Сашина и Наташенькина свадьба. С большим сожалением мы собираемся уезжать. Хотелось бы еще побыть. Пара была очень красивой, свадьба была очень хорошей. Всем спасибо. Ну, всем спасибо. Родителям тоже спасибо, что пригласили. Молодым тоже спасибо. Да. До свидания. И, да. И вам спасибо. И вам что всем. Были, что гуляли, веселились, слова добрые говорили, водки много пили. Все, стоп. Сейчас минутку. Сейчас настрою. Говорите. Вот и подходит к концу наша свадьба, их свадьба. Хотим пожелать молодым еще раз счастья, здоровья, любви. Хотелось бы, чтобы они жили счастливо, долго, как можно дольше. Ну все, вдвоем. Самого хорошего. Вдвоем жили, чтобы чтоб жили больше. Вдвоем. Так. Ну все, спасибо вам тоже. Спасибо за все. Ой, какие детки красивые. Поглядите. Улыбайтесь, улыбайтесь, Маргаритка. Как вот настроение у вас, а? Хорошее. Да, ну, уже нормально. Ну, добрая свадьба была? У нас такие молодые, красивые. Да? Как это надо у чужих спросить. Для нас хорошая. Ну, хорошая, конечно, для таких сын. Я же вот, ну, быть плохо. Маргарита, у нас молодые, как красивые? Маргаритка, скажи. Маленькая. Конечно, да. Здравствуйте. Моя девушка это и сын. Тихо. Дедушка. Все, самый сильный. Главный, самый дедушка здесь. От него это все идет. Фотографии бесплатные. Так, хорошо, молодцы. Ну, Виктору берете? Нет, Саша. Как вот настроение у вас, а? Отлично. О, молодцы. Дай Бог, что через 10 лет в таком же составе. А что-то пьяных нету? О, да! Пили два дня и все трезвые. Хорошо. Веселые. Трезвенькие, всем хорошо. Молодцы. Ну, добро веселились все. Да, говорили хорошо, писали хорошо. Ели тоже очень смачно. А что же? Да. Хороший аппетит, хорошие люди, значит. Да. Какая вкуснятина. Ну все, спасибо всем. Я сейчас... Саша попробовал. Все хорошо. Все хорошо. Говорите. Моя внучка хорошая, и свадьба была хорошая, внук хороший, все. Дякую Богу, счастливо живут. Все, с Богом. Спасибо вам тоже. Оставим кадры на ветер. Балды, ну да. Все. Ой, все, молчу, молчу. Я все, вся... хватит с этим заниматься. Ой, мама. Сейчас все идут танцевать. Блин, ноги замлели. Да. Сегодня... Не волнуйся, я волнуюсь. Поздравляем наших молодых Сашу и Наташу с счастьем, семейным, добробыта, любви, взаимопонимания. Я очень благодарна родителям и Саше, и Наташе.
кто для нас сделали, для всех гостей большой праздник. Спасибо им большое. Большое, пускай этот будет большой праздник по всей жизни. Вот, правильно. Пускай у них будет это вот. На раз и на всю жизнь. Да. Как у вас? Как у нас. Да, как у нас. С улыбкой все время. Что? Да. С улыбочкой все время. Да, с улыбочкой. И побольше детей, да, Саша? Пускай будут, это жизнь ихная. Пускай останется вот эти цветы. Красивые. Пускай они будут эти красивые, как жили. Так и начинаем жить они. Все, спасибо. Так, извините, дайте вас немножко. Одному. Хорошо. И вас одному. Сейчас смотрим сват. Сват, камеру смотрите, пожалуйста. Мы будем быть плохим человеком. Говорите. Что свадьба была очень замечательна, что очень хорошо было подготовлено, все было замечательно, и родители, и молодые, было очень хорошо, для, думаю, что для всех гостей, что мы довольны, что мы собрали все родственники, это не так часто у нас бывает, поэтому будь они счастливы, чтобы у них было все хорошо, чтобы это было все не зря, чтобы все было у нас замечательно, и чтобы мы все дружили и все мирно жили. Всего хорошего. Ладно. И все. Что еще надо сказать? Так, давайте, говорите. Дорогой мой племянник, Саша и Наташка, я вас поздравляю с днем вашей свадьбы. Желаю вам счастья и здоровья. Остальное у вас все будет. Как вы будете, ну, как будете жить, у вас все само придет. Как ну гулянка была? Ну, добро было все? Свадьба у нас очень хорошо прошла. Да. Мы все довольны. Спасибо за свадьбу. Всем большое спасибо. Все нормально было. Ну что, и вот спасибо вам, что тоже вот веселились, кушали, ну, плясали. Да. Спасибо родителям, которые эту свадьбу сделали. Хорошую и богатую. Я лично доволен. Все. Давайте. Говорите. Товарищи, я хочу сказать так. Я приехал в Кличево, гуляю свадьбу у своего хорошего, как это говорится, унулика. Я ему желаю счастья и долгих лет, и что уже водки было, что уже честь, такая честь, что еще люди такой части не бачили. И им не надо бачить, а надо друг друга любить, уважать. Сами себе, и остальное, пусть они сами себе уважаются молодые. Хай им Бог дает, помогая, все на свете, как положено. Хай Бог дает. И я хочу сказать, чтобы дедушку это не забывали, почаще приезжали. Дедушку. Хай им будет все хорошее. Ну что ж я скажу сказать, чтобы никогда не унывали, друг друга не забывали. И товарищей, и своих батьков, и всех это знакомых не забывали. И чтобы это знали люди, что есть Саша на свете, и потому это нам дадено один раз на свете свет. Иначе мы все туда пойдем, ну, нам еще рановато. Но я буду стараться жить до 100 лет, а может 150. О, дай Бог. Ну все, спасибо вам, дедушка. Ну так, пожалуйста. Спасибо, что по-моему, приехали. Нормально? Да. А? Вам три песни запишу. Сколько давайте, хочешь? Хорошо. Все, можно. Прощай, Одесса дорогая, прощай, корабль мой родной, тебе я больше не увижу, лежу с разбитой головой, тебе я больше не увижу, лежу с разбитой головой, на поле танки грекотали, братишки шли последний бой. Ну, молодого капитана несли с разбитой головой. Ну, молодого капитана несли с разбитой головой. Все, это для молодых песен, да? Ну, давайте еще одну какую-нибудь. Так, еще одну. Тучи над городом стали, в воздухе пахнет грозой,
за далекой юнарской заставой. Парень идет молодой, хиряка, ты путь дорога. Выйди, милая, встречай, мы просимся с тобою порога. Да и, быть и может, невзначай, мы просимся с тобою порога. Да и, быть и может, невзначай. Так, ну, ручки сделайте так, дедушка. Ну, невзначай. Все. Так, давайте, говорите. Как вот настроение у вас? Как была свадьба? Настроение у нас отличное. Свадьба прошла тоже очень хорошо, культурно. Ну что желаете для вот молодых? Желаем, еще раз скажите. Мы для молодых. У камеры, говорите, очень камеры. Хорошего счастья, добра и мира. Большой любви. Все, наши. Все, давайте. Говорите. Поздравления молодых. Давайте. Я хочу молодых поздравить с бракосочетанием. Пожелать всего самого хорошего. Камеру. Желаю им быть всегда счастливым, чтобы говорили все всегда. Как эта парочка красива и бесконечно молода. Желаю им солнечного неба, друзей за праздничным столом. Чтобы жизнь была всегда согрета любовью, радостью, теплом. Будьте счастливы, дорогие мои племянники Саша и Наташа. Я вас крепко люблю. А как вы... Как вот, настроение у вас? Как гулянка была? Настроение у нас. Как прошла она? Очень хорошая. Мы счастливы за наших молодых. Чтоб у них все было хорошо. Праздник очень хороший. Ну и мы довольны. Сашка и Наташка, желаю вам счастья. Любите друг друга, уважайте друг друга и всего вам самого хорошего. Не забывайте нас, приезжайте к нам в гости, мы будем вам очень рады. Да. А что девочка скажет? Маргарита, очень поздравляю. Счастья, что же вам желаю, желаю счастья и всего. Саша и Наташа, поздравляю вас. Стесняется. Скажи, я вас очень люблю. Ну, она стесняется. Она же девочка маленькая. Не ты надо. Хоть посмотри. Ну, глянь сюда. Посмотри, ну, говорить не надо ничего. Вот так, можно. Так, внимание, сейчас смотри. О, красивая какая ты. Надо тебе в кино вставить, чтобы все видели, чтобы была такая двоюродная сестра. Самая маленькая сестрышка. Все, снимаю. Нет, сказали. Ну что сказать? Поздравляю молодых. Да, поздравляю. Как это настроение? Хорошее настроение. А на гулянке как было? Отлично. Было весело, да? Да. Ну молодцы, все веселились. У меня вас уже всех приметили. За эту свадьбу. Сват молодец. Большое им спасибо. Волновался сват. Да. Нет, как за народного сына. Так и должно быть. Это все, ну, родственники, спасибо, близкие. Спасибо, что нас пригласили. А, не пригласили, нам все равно надо. Потому что это все равно. Наш хороший племянник. Я вижу с вами, ну, племянник. Счастья и здоровья. Ну, вы тут здесь добро. Вот вы, я вижу, ну, живете все. Муж и муж, ну, вот рядом, и жопки. Ну, добро, спасибо вам, что все, ну, добро так на свадьбе и вот вели. И не спились, и плясали, и веселились, и говорили. Да, еще мы сбирали. Мы еще попляшем. У нас таких нету, что там рядом бассейн. Он залез. Ну, все вышли на перекур. Все Сашка, Сашки нету. А он это само раздается полностью в бассейн, ныряет. И сама говорит, я человек амфибия. Вот меня там не было снять вот такое. Это самоногий мой курс. Нога наш тримає. От, зайду за камеру, що случилось? Он это бігом з этой самой камери туда. Я на такую панораму взял, я не знал, а он все. Он берет кольцо сама, кидает туда кольцо. Я проверяю это кольцо, забьется за труп, палки ждели. Вообще на фоном.
На завтра приходит. На завтра я так немножко подшучиваю. А на завтра на первый там выпили по ресторану, да? Опять Сашки нету, где Сашка? Смотрим, он уже ходит по боку. Опять раздается, опять пошел туда, опять ныряет. Не мог до этого достаться на бассейн. Ну это весело, если так будет. А потом говорит, сама оттуда пришли. Ну, когда нет, зубы есть наши, я ну что, что ребята скажете, а? Женись. Даже как у нас свадьба, а? Очень весело, очень хорошо. Вася, скажи, что ребята, чем раз свадьба. Вася, не скажи, что-нибудь весело. Что можно сказать? Невеста, как обычно. А невеста светится и светится. Говори, брат, говори. Давай, продолжай. Да, свадьба была. Ну, это жена чья-то, да? Я забыл. Это да, это моя жена. Да. Будешь биты дома. Идем домой. Я тебе покажу, да. Если, я тебе покажу. Если не будет, не готовить. Я самый молодой, самый веселый. Ну, натурная свадьба, кстати. Да. Так да. Придет вечер, скажи. Очень хорошо. Вот недавно брата женил, сейчас друга женю. А сам даже не знаю, когда. Не, ну старый уже старый. Седина выступила. А ты не женатый, да? Нет, к сожалению. Он разведен. К радости моей. 8 раз. Не, я не могу так. Я только по любви один раз. Один раз? 24 года. О, старуха, не, ну что вы мне. Мне году 16, чтобы не пробанное было. Ну, вот этого. Очень рады. Витя, тебя одного для выхода. Мы живем в этой дружной семье. Очень. Это не кишки, он сниматься не хочет. Довольны. Так, давайте. Все. Говорите. Мы живем в этой дружной семьей. Очень довольны. Праздником. Как вот настроение? Очень как гуляли? Очень рады, что попали на ту свадьбу. Да. Молодым желаем всего хорошего. Счастья, здоровья. Нам было очень весело, нам было очень хорошо, нам всем понравилось очень. А мне вообще счастье, что крышу не сорвало. Что он попал с нами жить. Поговори. В таком веселом кагале, блин, я так рад участвовать. С такой женой красивой. Все нормально. Спасибо молодым. Да. Так, кто там еще? Мы еще смелейший. Спасибо молодым, что пригласили нас на это торжество. О, молодцы. Мы желаем им здоровья, счастья, успехов во всем. И вечной любви. Вечной любви. И чтобы мы еще не раз встретились с такой дружной нашей компанией, дружной нашими родственниками, чтобы у нас все было. Что, Витя, сюда что вы скажете? Я хочу сказать, вот два хлопцы у меня, вот еще один сзаду стоит. Он надо наружу хоть одного поднять. Ну и что, можно? И дай Бог, что мы встретились, чтобы я его прыщам с ума женился. Вот и все. Он тоже скоро будет своих сынов женить, так что не волнуйся. А девушка, ну повернусь, что за камера, сколько дев тут, а природа великая. Говори по делу. Ты говори по делу, что ты? Да, мы по делу. Где у тебя спрят? Надо и для юмора немножко. Все страшно. На этом все нормально. Надеемся, что мы еще не один раз встретимся все вместе. Жена моя хочет сказать. А, ну давайте. Да. Вот, она стесняется просто. Чтобы встретились у них на рождении их на первенца. Чтобы он был здоровенький, крепенький и хороший. И весил 6 килограмм. Так, ну давайте, ну вот ручки сделайте все так вот, я вас сниму. Все ручки сделали. До свидания с вами. До свидания, мы прощаемся. Так, давайте, говорите. Уже можно говорить. А это сначала поздравление, да? Как хотите, что хотите. Наташа и Александр, поздравляю с законным браком. Счастья, любви, здоровья, взаимопонимания. Все? Так, Сэма, как ну, была гулянка? Как свадьба? Как вот настроение у вас? Какое ну, вот мнение осталось? Свадьба прошла прекрасно.